Ты, блядь, что, свастику делаешь, я не пойму? Осуждаю. Осуждаю. Обсуждаю. Бам-бам. Бам-бам, блядь. Бам-бам. Ну ты здесь, я балдю, бом-бом. Блядь, что-то да, не получается. Кого? Дилетанта позвали какого-то? Ну, приехал, прям помню. Да, а что ты делаешь? Можно вопрос? Писюн. Так почему писюн у тебя какой-то... Я понял! Ты типа ща вот тут загнешь, тоже хвостик оставишь, а потом из этих хвостиков сделаешь круг. Да. Заебись. Лучше пока расскажи, как ты написал песню «Мама, я в Дубае». Да. «Мама, я в Дубае»? Да. Как тебе пришло в голову? Слушай, я как бы... Где ты был в этот момент? С мамой поехал в Дубай. Да, мы с мамой отправились в Дубай. Причем, я говорю, мам, я хочу в Таиланд. Чем мне этот Дубай? Все ходят в этой транже там. Тебя мама все поездки оплачивает, коллег? Ну, почти. Она мне все клипы оплачивает. Это я могу сказать точно. Сколько стоил твой последний клип? О, слушай, тогда мама чуть не обанкротилась. Не бережешь мамку, да? Ну, а что делать? Сижу мало, мало того, твою мамку в интернете не берегу. Вот с этим реально проблема. Но я их отлавливаю, кстати. Итак, такое хватит? Ну, куда ты смотришь? Таиланд — это деревня под Питером. Да, это хватит, хватит, окунай. Окунай воду. Я просто знаю, как это делается, я тебя научу сейчас. Воду, но при этом, блядь, волосы подпалил, ебаный в рот. Так, вот он. Так, есть еще стакан. Работаю, пап. Блять, оказывается, был второй стакан, а мы все время из одного пьем. Вы что, угораете, что ли? Если хочешь, можем вместо готовой трубки поставить тебе вот эту в комп. Я думаю, как-то подозрительно у пацанов. Да нет, блять, давай готовую. Компьютеры, нет второго стакана пластикового. Думаю, подвох в этом есть. Ребят, давайте вот вы решите, кто в чате. Мы вот это поставим трубку? Он бумажный. Или который уже есть? Да, это тип с дымохода, блядь. На пивсе ведет себя неподобающе. На пивсе? Нет, он пока что грибы наел. Не пил? Нет. Вась, ты что, один глушишь? Да. А что он про стакан второй орет? Типа, если он не пьет, все равно. Ну, надо же чем-то запивать рыбу. Рыба соленая. Да. Взрослое поколение, все понимает. Носки будешь вешать на нее. Это вам одно, лишь бы спиннеры свои покрутить, да вейпы свои покурить. Я все, интернет вы смотрите? Скоро не будет вашего интернета. Чебурнет придет, все. Лучше сразу. Хотя, типа, ты прям реально слишком реалистичный член делаешь, потому что, блядь, типа, ну одно яичко выше, другое ниже, правильно? Да. А по-другому, ну, не бывает. Ну да. А, я уже вот там видишь, вижу зашкварные складки. Да, смотрите, реально. Вот этот человек мне трубки делал. Мод сливачил, все. Ну, блин, погоди, ты знаешь, когда на яичко складки появляются, вот оно. А, все, это мошонистые. Я же делаю мошонку, блин, не трубку, говорю. Просто не имею. А яйки где? Вот, как вот. Не, у меня где твои яйки, когда ты пишешь такие песни? Тут ему холодно, а тут ему горячо, поэтому здесь есть. Все как меня. Конечно. Ну, иди вам. О, и теперь? Я тебе базарю. Что, блядь? Что теперь? Ну и что дальше, блядь? Примеряем. Теперь сгибаем, закручиваем. Если есть край, то это Краснодарский край. За Краснодар. Слушай, да разыграй ты кому-то это. А вкусный чай. Да нахуя на кому-то нужна, блядь? Плюс чаты мы разыгрываем эту трубку, которая никому в хуй не уперлась. Ребят, ну смотрите, насколько это качественная трубка. Ну в хуй она точно не уперлась, если только в попу. Блять. Сейчас мы реально хуй сделаем. Реально в задницу. Ее можно, кстати, ну реально там девушке подарить, например, на день рождения. Скажешь, я собственными руками сделал. Сделал для тебя. Никакой там сраный букет. Че? Они какие-то хуёвые. Хуёвые подарки, блядь. Хит-инфо, блядь. Трубка.
Бля, я не знаю, ты где-то член неправильно сделал вообще. Думаю. Ну типа ты что делаешь вообще? Ты букву Т, бля, делаешь или что? Это член. Который рисует мелом, знаешь? Я знаю, я это видел, ты такую лабуду играл, этот, Майнкамп называется, там тоже квадратное дело. Да, там же тоже ставят, ну. Майнкрафт? Майнкрафт, ну да. В один ряд ставят три блока. Похоже, да, на всякий случай осуждаю то и другое. Пиво не надо сейчас. Чё? Здесь надо вырубить чуть-чуть буквально. Мне больше, знаешь, что интересно? Вы вот спорите, как должен член выглядеть, да? Ну. А вы выяснили, кто из вас их больше видел? Точно не я. Слушай, я поспорю. Да? Я же режиссер, а мы все мы в баню ходим. А я думал, это из-за того, что ты в армии служил. И это тоже. Знаешь, как там помыть? Блять, не криво. Плавок никого нет. Да похуй уже, все, забей, хуй. Последний остался. И они должны сейчас соединиться, понимаешь? Да, давай. Делаем ставки, где экран. А где нормальные трубки, которые заготовлены? О. Да. Блять, а в теории же можно, да, поставить как? Да. Вот так, посмотри. Представь себе, реально в компьютер такая штука. Так, мне кажется, так и делают. Такое. Ты сейчас бороду опалишь. Блять, не... Она жарит. Мы на ней, кстати, и углей иногда разогреваем. Для кальяна. На 700 ставишь? Машонка называем. Здесь холодно, машонка. Мы что, людей начали сжигать? Осуждаем. Я в историческом кино такое видел. Кошмар. А это тоже осуждает. И машонка, там же, ну, знаешь, говорят, что левое яичко выше правого, чтобы они... Что? Я это и сказал минут 5 назад. Ты просто отходил новый хит писать. Он, блядь, знаешь, типа, трубку гнет и параллельно в голове текста пишет, такой, типа, потом врубается, такой, а что я делаю вообще? Моя труба. Гнется труба. Она труба идет, изгиб. У тебя очень все хуево на самом деле. Так это потому, что ей холодно, машинка. Я специально делаю эту неровную. Не. Я тебе отвечаю. Такими текстами ты еще больше доказал, что ты есть мод. А мод, кстати, сейчас до сих пор на этой старе. Мод? Я на всякий случай буду называть стар. Чтоб не забанили, блядь. Типа вы поняли, да? Ну, блядь, сейчас братишки мне сверкухи просто как это посмотрят на меня. Жесткие у вас там контракты? Сколько платят за концерт? Сколько стоит один концерт? Концерт? Да. Сейчас. Хуёвый хуй. Хуёвый. Ты не придумал еще? Тебе ничего не платят просто. Я пытаюсь просто, ну, как бы, откатить себе этот вопрос. Надо говорить как есть, прямо. Заебумба. Этот хуй выигрывает... Матвей Пестров, чтоб всегда стоял, вот так на стенку повесишь. Да, вот именно вот так вот. Вот так вот на стенку повесишь. Ну его можно как-то так прибить. Кстати, это можно еще как молоток использовать. Да, я Изольде покажу, она оценит. Кстати, Изольде нравится этот труп. Изольда. Малышка, у нас есть подарок. Бля, Васян, не надо только, блядь, совать никуда, я тебя прошу. Я не буду, я не собирался. Все.